Красногорский «Донстарт» – 10-й по счету юбилейной сырной гонки. Гастрономический фестиваль, который проводится под эгидой кооператива «Фермеры», развернул свои торговые палатки на набережной Павшинской поймы. Нынешняя ярмарка должна быть особенно востребована, уверены организаторы. Мы продвигаем наш фестиваль. Мы очень хотим, чтобы наш фестиваль шел по территории не только Красногорска, но и в целом Московской области, потому что в настоящее время, особенно в период, когда многие деликатесы из Европы там недоступны, да, они производятся на территории России, мы можем совершенно спокойно там в рамках программы импортозамещения, да, радовать людей хорошей, вкусной, качественной продукцией. Несмотря на название, кроме всевозможных сортов сыра, фестиваль впечатляет многообразием деликатесов из разных уголков России. Красногорцы могут побаловать себя, например, копченой и вяленой рыбой из Краснодарского края и волгоградским медом. Как и всегда, в широком ассортименте продукция подмосковных фермеров. Так, прямиком из Волоколамска на красногорские прилавки прибыли мясные изделия от настоящего итальянца в России. Технолог и владелец этого предприятия итальянец Джулио Дзоппи, который уже 20 лет живет в России. Ему очень все нравится, ему нравится Россия. Мы привезли салями с трюфелем, салями Парма, стральгина, это прошутто-кота, вареный окорок, это паштеты. Фестиваль продлится в Красногорске до 12 июня включительно. Покупатели ждут на площади вблизи Никольского храма с 10 до 20 часов.